Всем привет, с вами видеоблог War Story, я Алексей. Сегодня у нас с вами первый выход в море, мы действительно пойдем в море, в Финский залив. У нас сегодня курс проложен до острова Котлин, это Кронштадт. Это первый выход такой достаточно серьезный, мы еще так далеко не ходили, здесь всего 40 километров, но для нас это прям маленький шаг с точки зрения вообще мореплавателей, огромный шаг для проекта War Story, War Story флот в частности. На этом катере мы сегодня с вами пойдем, и уже вся команда в сборе, вся команда на борту почти. Два оператора, историк, капитан Алексей и я. Все, поехали сразу на борт и будем по ходу снимать и экспериментировать. Реально новый опыт. С вас нужны, кроме, естественно, подписки на этот канал, с вас еще нужны будут комментарии, что интересно смотрится, что хорошо, что плохо. Потому что это все такой глобальный эксперимент. Дальше будем делать выводы. Поехали. Катер для того, чтобы разогнался, для того, чтобы он вошел в экономичный режим и шел быстро, нужно вывести на так называемый глиссер. Он тогда вылезает немножко из воды, у него только винты и корма там 20 сантиметров, по сути, у него осадка становится. Меньше сопротивления, идет быстрее. Вот, собственно, мы эту всю историю сейчас обучаем, потому что я вообще никакого опыта судовождения, кроме весельного тузика не имею. А дядя Леша водил там подводные лодки, буксиры, да, и военные всякие корабли, поэтому... Торпедолов, например. Торпедолов. Дядя Леш, давай тогда газу попробуем дать. Сейчас будут у нас испытания. Мы на глиссер еще вставали только несколько раз, проходили вот так вот по акватории. Сейчас по спокойной воде попробуем разогнаться и что из этого, собственно, получится. Бак практически полный, где-то 400 литров сейчас. И, ну сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять человек на борту, все ближе к носу смещены. Оба мотора вперед, самый полный. 17, 20, 21, 23, 25, 27, 20, 30, встал на 33. Глиссер. Встал на глиссер. Есть глиссер. Во. А в восьмером, когда все сидят на заднем диване, не вставал. Давай скорость где-то 40 держать. Сейчас попробуем. Надо правой плитой. Правая плита опущена полностью. Ветер нас тренит. Это нормальное явление. Сейчас мы двигателями немножко поиграем. Ну вот здесь самое главное сейчас просто привыкнуть к этой ко всей истории, потому что здесь достаточно много настроек. Когда катер идет на глиссере, нужно играть еще трансовыми плитами, сзади такие два башмака торчат, чтобы выравнивать крен. Собственно, инструкция к катеру не прилагалась, а в школе капитанов этому не особо учат, поэтому нужно все это дело набивать на практике. Сейчас 25-24, с глиссера слезли. Давай попробуем зафиксировать скорость где-то 40, чтобы 40 шел. Это примерно должно быть где-то 3000 оборотов, но сейчас правый двигатель разгоняется быстрее, по тахометру 5. В общем, как говорится, мы не умеем, но очень хотим ходить на катере. Чтобы не сошел, надо чуть, может, поддать, давай. Вот 40 км в час, комфортная вполне скорость. Но мы попробуем сегодня еще максимум дать, но попробуем это на обратном курсе. Потому что чем ближе к дому остановятся двигатели, как говорится, тем дешевле буксировщик. Да. Мостик! Есть мостик. Слева 10. Цель надводная. Метри штурман акустик. Взять цель на СЦ-1. Данные выдавать в биос. Режим замеров 1 минута. Первый замер. Дождь! Ноль! Пошло определение элемента движения цели. То есть это засекли? Да. Секундомеры включены. Все работают или делают вид, что работают. И смотрят. Тип судна. Сухогруз. Хорошая цель. Хорошая кильваторная струя. Обязательно жахнем.
а не сейчас. Это форт Кроншлотт, первый большой форт, который мы можем увидеть вот в непосредственной близости от самого форта. Проходит фарватер, по нему проходят корабли, и вы, если пойдете из Санкт-Петербурга в Финский залив, вот этим путем вы тоже его обязательно увидите. Остановиться мы могли только в двух случаях. Либо мы должны были дойти до Кронштадта, либо мы должны были сломать катер. В этом случае мы, собственно, тренируемся отдавать якорь. Якорь мы только что отдали, значит, что-то случилось. У нас тут получилось такое комбо. Мы и дошли, и сломали катер одновременно. Сейчас будем открывать капот и смотреть, что там случилось, потому что звуковые сигналы какие-то пошли, и приборы указания масла что-то нам показывают не то, явно что-то происходит. Поэтому сейчас небольшой ремонт, и полетим снимать форты. С поломкой мы разобрались быстро, нам всего лишь надо было долить масло в правую колонку, масло трансмиссионное ушло, мы еще не знали почему, об этом будет вся история в следующей серии. Оказалось все чуть посерьезнее, чем мы ожидали, тем не менее мы продолжили наш путь, наши съемки и наши испытания. Теперь за моей спиной форт Александр I. Это один из самых крутых, на мой взгляд, вот так вот по визуальной составляющей фортов. Часто его сравнивают с фортом Боярд, вот этим знаменитым, где игры проходили. Но это не форт Александр I похож на форт Боярд, это форт Боярд похож на форт Александр I, потому что он был, собственно, построен раньше. Про эти вещи, про эти форты, про эти сооружения можно будет рассказать потом в дальнейшем, потому что они в том числе участвовали, хоть и не было прямых боестолкновений с вражескими флотами, но эти форты Кронштадтской крепости участвовали в русско-турецкой войне, можно сказать, потому что они были в боевой готовности. И в Крымскую войну также приводили в боевую готовность этот форт. Но про Крымскую войну здесь прям много рассказывать, это тоже можно будет сделать позже на основном канале. Сейчас это, можно сказать, уже финальная, завершающая часть нашего выхода, потому что мы дошли до Кронштадта. Сейчас пройдем дальше до маяка Толбухин и вокруг него обойдем. Там, скорее всего, уже не будем бросать якорь и пойдем обратно в Питер монтировать это видео и посмотрим, что же у нас получилось. А также будем разрабатывать план, как нам снимать вот эти вот все обзоры. Но я уже вижу, что будет интересно. А это маяк Толбухин, который находится здесь еще с петровских времен. Живописное сооружение, сама, конечно, башня не с тех времен еще, тем не менее, сам остров был насыпан именно по приказу Петра I, и если бы этот остров мог говорить, что бы он нам рассказал, потому что это буквально рукотворное сооружение, которое практически ровесник нашего города. Это наш первый выход, и нам нужно было дойти до Кронштадта, запустить дрон и посмотреть, как все это с воды выглядит, и мы этой цели достигли. Обратно мы уже шли потихоньку в базу очень малым ходом, достаточно долго, потому что у нас все-таки технические неполадки случились, и о них будет история в следующей серии. Но этот выход завершился, я считаю, успешно. Мы дошли до своей цели, мы выполнили задачу, поставленную перед нами, и успешно вернулись домой.
вот сегодня ходили между кронштадтскими фортами, и вот я прям представил себе, как шел как броненосец, и как там стояла вся бычара штурманская на ушах. Сначала звучала команда: учебная тревога, проходу узкости, корабль приготовить. Штурмана занимали места у пеленгаторов и начинали определять место постоянно. Причем нужно было учитывать снос течения, ветер, дрейф, все поправки вносить, чтобы, не дай бог, куда-нибудь не наползти. А сейчас плавать одно удовольствие. Но удовольствие может быть тоже сомнительным. В году эдак, ну, примерно в 50-е годы, впереди идущие американцы изобрели систему, назвали ее Варан, там всякие разные были, Варан А, Б, С, Д. Ну, если так на пальцах, грубо сказать, на проходе стоит ящик, у которого три лампочки, красная, зеленая, синяя. И под этими лампочками бегут циферки. Ну, грубо говоря, там на одной 10, 20, 30, на другой там 50, 70, на третьей там 140, 160. И были определенные карты, специально варановские. И, значит, штурман подходил к этому прибору, снимал данные. Зеленый там 10, красный 50, там желтый 90. Подходил к карте, и по линиям из абат 3, значит, где, ну, пересекаются три линии, получается маленький треугольничек, и вот посредине этого треугольника считалось, что это место называется обсервованное, ну, то есть определенное. И вот однажды коварные американцы, тоже где-то, я вот боюсь наврать, 50-е, 60-е года, взяли и при прихождении нашего, по-моему, эсминца, частоты поменяли на этом Варане. А он шел, ну, с Крыма, не знаю, с Севастополя на Босфор туда, в Средиземное море. А левее нормального Босфора есть ложный Босфор. И поменяли они координаты так, что система Варан вывела этот замечательный пароход прямо в ложный Босфор. И он со всей дури на берег и выскочил. Американцы радостно потерли люк и сказали: с нашей стороны потерь нет. Вот. А с тех пор был приказ главкома, запрещающий категорически военным кораблям использовать вражеские системы. Ну, я так понимаю, что GPS тоже использовать сейчас, в общем-то, и нельзя. Ну, так вот, хоть мы и под морским флагом идем, военно-морским Советского Союза, мы используем. Целее будем.